Масштабная выставка недвижимости открылась сегодня в Краснодаре. Посетители смогли оценить ассортимент рынка краевого центра, а также получить консультации представителей банков, страховых компаний и юристов. Свои проекты представили как молодые строительные компании, так и те, что с многолетним стажем. Один из таких застройщиков – компания «Счастье». За плечами 11-летний опыт работы на строительном рынке края. Сегодня на ее счету около 50 сданных объектов. На выставке представители этого застройщика предложили проекты сразу 4 жилых комплексов. Учитывая потребности покупателей в связи с экономической ситуацией в стране, строительная компания делает ставку на жилье эконом-класса и комфорт-плюс. Один из наших новых проектов – это жилой комплекс «Белые паруса». Это жилье класса комфорт, которое расположено в экологической зоне на берегу реки Кубань. Из новых проектов, буквально в этом году мы начинаем большой проект в городе Анапа. Еще один проект стартует в октябре в городе Кропоткин. И в следующем году мы начинаем строительство 2 больших жилых комплексов в городе Краснодар. Кредо этой строительной компании – сдавать свои объекты точно в срок. Уже в этом месяце новоселье отметят хозяева квартир в жилом комплексе в районе Новой Адыгеи. Выставка-ярмарка жилья продлится до воскресенья.